Анастасия Волочкова стала участницей нового выпуска шоу «Ты не поверишь», в котором рассказала о серьезных финансовых проблемах. Несколько лет назад ее экс-супруг Игорь Вдовин одолжил у нее 3 миллиона долларов. Женщина решила помочь своему избраннику, сняла все деньги с депозитов и отдала в его распоряжение. Мужчина пообещал отдать Волочковой деньги по мере возможности. Также он обязался выплачивать деньги на содержание дочери Ариадны, коммунальные услуги и на ремонт дома. До сих пор Анастасия этих денег не увидела. Теперь у балерины есть задолженности по коммунальным счетам. Не хватает денег на содержание автомобиля и зарплату личному водителю. Даже дочь страдает от финансовых проблем. У Анастасии нет возможности оплатить репетиторов Ариадны. У меня был ужасный момент, который меня очень сильно огорчил, когда его помощник отказал нам в деньгах на техническое обслуживание моей машины, и я спросила: «Игорь, а если я разобьюсь на этом автомобиле, кому нужна будет эта дочь?» А теперь Вдовин и вовсе заявляет, своей бывшей он ничего не должен. Может быть, он считает, что уже расплатился сполна. Но Волочкова уверяет, бизнесмен не рассчитался и с половиной долга. Также ей обидно, что новая семья Вдовина не страдает от подобных проблем. Рассказывая о своих трудностях, Волочкова не смогла сдержать слез прямо во время съемок передачи. Ставьте лайки, дизлайки, делитесь видео с вашими друзьями, пишите ваши комментарии и подписывайтесь на наш канал. Будьте в курсе последних новостей.